Итак, ребята, на нашем Форде перестал работать стартер, ну либо аккумулятор. Так, аккумулятор показывает 12.71. Блин, как бы тебя так запечатлить, чтобы тебя видно было. Вот. Сейчас будем скрутить стартером и посмотрим. Ух ты! Что это было? Это было зажигание, он стрельнул. Ну? И что? Ничего, да? И что? И что? И что? Вообще, видите? Мертвецки. И что? И что, мама? Подожди. Стартер потихонечку умирал, умирал. И вот смотрите, я один щуп кидаю на минус. Маленький проводок на стартере — это возбуждение стартера. То есть он включает реле на стартере. Включи зажигание и попробуй стартером крутануть. Видите? Все. На него приходит питание. Потом кидаю на верхнюю клейму, на гаечку прям ставлю и проверяю питание на этой гаечке. Тоже вот 12.55. То есть это нам говорит о том, что стартер у нас сдох. На него питание приходит, но втягивающее реле не работает на стартере. Поэтому этот стартер надо снимать и ремонтировать его. Благо, здесь снимается все просто. Поэтому снимаем и ремонтируем. Ну что, теперь вы знаете, что нужно сделать первым делом, когда у вас перестает работать стартер. Чтобы просто так его не снимать, сначала прозваниваем, потом снимаем. Ну а ремонт уже будет в отдельном видео. Всем добра и всем пока!